Педаль от огурца искали юные нарьянмарцы на концерте детского писателя Игоря Шевчука. Автор популярного мультсериала «Смешарики» и соавтор мультфильма «Фиксики» приехал в Нарьянмар. В его творческом графике концерты для школьников. Один из них посетила наша съемочная группа. Папа Смешариков, дядя Фиксиков, Игорь Шевчук, детский писатель, чьи стихи полюбились маленьким читателям, легко запоминаются, несут добрую атмосферу, приехал в Нарьянмар. Это стало возможным благодаря учителю музыки школы номер 6 поселка Искателя Жанне Басовой. Вернее, дружбе Жанны Васильевны и Игоря Михайловича. Она представляла через детей своих на этом самом конкурсе песенном в Питере. И я подошел этим девочкам двум, это было лет 10 назад. Им не дали никакого приза. Ну, просто там были много по стране достойных всяких. И я подошел за кулисы их успокаивать. В прошлом году Жанна Васильевна увидела в интернете новую программу Шевчука «Педаль от огурца». Вот бы нашим школьникам ее посмотреть, подумала учительница. Я набрала его номер и спросила: Игорь Михайлович, а в Нарьянмар вы приехать можете? Он говорит: а почему бы и нет? И вот я очень благодарна за финансовую поддержку Оксане и Анатолию Курленко, которые сделали эту идею явью, реальностью. Они сейчас здесь. Честно говоря, до последнего момента не верилось, что приземляется самолет, сейчас сюда выйдет Шевчук. Юные нарьянмарские зрители, пришедшие на концерт писателя, едва ли знают автора любимых мультфильмов. Но с удовольствием напевают фиксипелки, сочиненные Шевчуком. А песенки знаешь какие-то? Знаю, но сейчас я их часто напеваю, но сейчас я не могу припомнить. Ага. Скажи, а вот кто из главных героев тебе там нравится больше всего? Симка и Нолик. Их друзья. «Педаль от огурца» обязательно должно быть две, объясняет Игорь Михайлович на своих концертах. А еще загадывает загадки, читает стихи, поет и играет вместе со зрителями. Эротик, ничего, ничего. И что-то я забыл такое важное. Ах, глаза у Кирилла вообще озерища. Тундровые озера прямо широченные. Творение Шевчука учит детей воспринимать все жизненные события с улыбкой, преодолевать трудности, не впадая в панику. Впрочем, иногда самому автору бывает на концертах туго, ведь удержать в рамках детскую аудиторию не всегда по силам. Набралось 45 где-то. Первоклассники. Если бы это было в Питере, я бы убился бы. Я бы вышел без голоса, потому что в Питере гораздо сложнее управлять. Но так хорошо они все вот это вот гасились, когда надо было смех убрать. Я удивлен на самом деле. Может быть, это просто такой удачный класс, где педагог так их воспитал так прилично. В творческом графике писателя еще несколько концертов для нарьянмарских школьников. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».